Один, два, три. Один, два, три, как слышите? Один, два, три, как слышите? Нормально? Да. Вас беспокоит майор Соболев Николай Александрович, день добрый. Извините за беспокойство, внеплановое мероприятие по ликвидации организованной преступной группировки, предположительно находящейся в вашем доме. Могу ли я знать ваше имя? А вы знаете, куда вы обращаетесь? Это магазин. Нет, я вижу, что это магазин. Я могу ваше имя знать? Татьяна. Так, Татьяна, мы сейчас занимаемся сбором необходимой информации для определения точного местонахождения преступников. И к вам никаких претензий, конечно же, не имеем. Видим, что это магазин, но нуждаемся в вашей помощи и понимании. То есть сегодня, приблизительно во второй половине дня, ну или, скорее всего, вечером, будет проводиться штурм здания. И чтобы спецподразделение случайно не ворвалось к вам и не наделало делов, настоятельно рекомендую сейчас взять листочек и маркер. Сейчас объясню, для чего. Я сейчас продиктую код, и вы его запишите. Запишите, пожалуйста, желательно жирным маркером на большом листочке, чтобы это на окно повесить и к вам не зашли. То есть маркер, пожалуйста, можно... То есть чтобы спецподразделение случайно к вам не ворвалось и не наделало делов, то есть сами понимаете, да? Там... Надеюсь. Они да. И витрину у вас здесь, и натопчут, напугают вас еще, не дай бог. Поэтому возьмите маркер, желательно потолще, пишите английскими символами. Знаете английские символы? Ну, да. Ну, давайте. Y. Y. A. Еще раз? Один Y, потом английская буква A. Ну. Теперь пробел, как бы отступление. Английская S. Какая? S, английская S. Саша. Yes? S, S, С, Саша. Ну, С. Да, Саша. Потом английская H. Такая, как Х, как русская N выглядит. Как русская M? Как русская N. Буква H. Английская, ха. А. Знаете, да, такое? Все. Ну, английская буква кей, к. Подождите минуточку. Да, сейчас. Не работаете? Да, работаем. Так сказала подождать минуточку. Сейчас, подождите. Шкура, что ли? Спрашиваю. Да, я шкура буду. Потом, если она ничего не догадается... Пишет, надо было сабы. Ну, можно, блядь, потом еще попросить. В чем проблема? Она же все равно подгонится. Интересно, вас скоро поймают. Если поймают, я на этом канале заведу бьюти-блог, как на сбухе, блядь, живется. Тебя просят скинуть IP-адрес в Телеграм этой камеры. Стрима. Так, Серега, я сейчас вот с магазином связался. Да, сейчас я им пароль записываю, чтобы группа не ворвалась случайно, да? Вы здесь? Да. А, вот, смотрите, вы остановились на букве К, да? Нет, S-H-K или что-то. S-H-K. Потом, после K, U.
Да, А под... Ю, а, Ю это... Ну, Ю это как такая Ю, не знаете? У пусть будет, не знаю. Потом будет буква Р, английская. И последняя буква А. Дальше на следующей строчке еще четыре буквы надо будет написать. Английская буква С. Какая? С. Вы говорите слово хотя бы, как вы там? Саша. Эй, Саша. С. Саша. С. Все шипит, ничего не слышит. Буква Ю. Юля. Ю. Ну, английская Ю, знаете? Да. Потом английская буква П. Паша? Да. И последняя буква Б. Английская Б, как русская В выглядит. И покажите, что вы написали сейчас, посмотреть. Пожалуйста. А можно спросить, с кем я общаюсь? Я уже представлялся, майор Соболев Николай Александрович. Не могли бы еще раз, пожалуйста, показать? Проверить код, потому что ошибки не должно быть на самом деле. Камере поднесите, пожалуйста, прошу вас. Отсвечивает. Ага. Все, спасибо. И теперь повешайте, пожалуйста, на окно, чтобы когда будет штурм происходить вечером или во второй половине дня, чтобы ребята заметили то, что через вас никак пройти нельзя, и вообще здесь магазин. Спасибо большое за понимание, то есть все хорошо. Во Повешать. сколько сие мероприятие будет? Так, ну приблизительно вечером. Приблизительно вечером. Или во второй половине дня, как я уже и говорил. Спасибо. Все, да, не за что, всегда, пожалуйста. Повешайте, не забудьте, пожалуйста, вон сейчас куда-нибудь там, на вход. Все, Я спасибо. могу же при... Это скринил. Блять, че? А. Да, можете, конечно. Она звонит куда-то, не было. Пишет, звонит. Анна Викторовна, да. Анна Викторовна. Вы случайно не в курсе, что это было по громкой связи у нас? А, господин майор Соболев какой-то. То есть Господин. какой Николай Алексеевич, по-моему. Вот по этой вот нашей говорилке, которая камера называется. Сегодня какой-то будет штурм здания. Вот попросил написать. Я не знаю, это что, розыгрыш или что это? Я действительно серьезно. Как, какие-то буквы, какой-то код приклеить на дверь, чтобы собровцы вдруг сюда не ворвались и не покрушили нам все. Никуда не звонить, Это он меня влез через неправильно написал. нашу вот эту вот переговорную. Ну, наверное, через, что это, через интернет. Да. Штурм, блядь. Да вот только Закончили. что я закончила с ним общаться. А заскринили этот, да? Ну да. Да. Уже выложили, прям. Охуенно. Да. Я считал, что это какой-то розыгрыш, думаю. Кто Уж скажу пацанам, что я развел шкуры на Сигну в магазе. Нет, тут, конечно, не дай бог не до шуток, но... Да вот, я закончил еще минут назад тут разговаривать. Знаешь, надо в натуре проверить, повесит ли я на листок или заберет. Не хочу. Она готовит инвентарь, так сказать, уже. Я спрашиваю, что за прога, какая который прога? камеры смотришь. А вот и не скажу ничего. Бред какой-то, честно сказать. Да ты ебанутая, вешай листочек, блядь, тебе же сказано было. Сейчас пойду курить, посмотрю, что там. Может, скотч приготовлю, сейчас пойду. Надеюсь.
Это, кстати, вот, другая. Вчера была другая продавщица. Да. Еще можно другую развести. Но он мне буквы диктовал. Записать вот это вот крупными буквами, повесить на дверь, чтобы, ну, на стекло, чтобы на входную ту самую, чтобы тут был друг. А он или собрался, тут не расхреначили все. Ну, в общем. Но это вы действительно думаете? Сука, а можно проще пароль не мог придумать. Ладно, пойду гляну, что там в других магазинах. Двери, которые видят. Ладно, он микрофон. Пароль нужен. Ну сейчас я у нее спрошу, потом наклеила она. Дурдом. Дурдом. Молодец. Давай, Чего? Пиздец, знать бы адрес, да? Да. Охуенно было. Может, кто бы сходил, проверил. Неужели повешен? Ааа, бля! Ой, мама дорогая. Пиздец. Слушай, может адрес у нее спросить? Да нет, это палево. Ну это палево, да. Может посетителей подождать?